На заседании подвели итоги работы за 2013 год. По отношению к среднероссийскому показателю, количество людей, страдающих наркозависимостью, в крае снизилось. Теперь на 100 тысяч населения Кубани приходится 208 наркозависимых. В прошлом году силовики выявили более 8 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Общий вес изъятых синтетических наркотиков за неполные 3 месяца превысил 10 килограмм. Активно развивается интернет-торговля наркотическими веществами. И на этом рынке наркополиция ведет успешную борьбу. В ходе мониторинга интернет-среды с начала 2013 года по настоящее время выявлено 142 сайта и 238 объявлений о продаже наркотиков. Прекращена деятельность 54 сайтов, удалено 58 объявлений. По остальным велась и продолжается оперативная работа. Тревожным сигналом стал рост преступности среди молодежи, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Осужденных за это кубанцев в возрасте до 29 лет с 2012 года стало больше на 2%. Поэтому члены комиссии дали поручение главам муниципалитетов активнее заниматься профилактикой наркомании в своих районах. Наиболее сложное положение отмечается в городе Армавире, Крыловском, Кущевском, Ленинградском районах края. Анапа среди лидеров как по профилактике наркомании, так и по борьбе со смертельным зельем. Жесточайшие меры – это к наркопритонам, жесточайшие меры к выявлению источников наркосбыта, кто сбывает, где сбывает, в каком места их хранения наркотиков. Вот это основная задача наша с вами на сегодняшний момент. Фестиваль, который у нас, вы помните, в Благовещенке, он нам принес значительный рост наркопреступлений, и мы об этом прекрасно с вами знаем. Выявляемость там была очень большая. Наркозависимости, в том числе и ловили тех, кто сбытом занимался наркотиков, и тех, кто употреблял. В городе-курорте проводят серьезную профилактическую работу. Жители Благовещенки и анапчане собирали подписи против проведения фестиваля Кубана в станице Благовещенской. В этом году участники фестиваля соберутся в поселке Веселовка.